Добрый день всем! Это циперус, или по-другому называется папирус или сыть. Это растение как бы похоже на камыша, потому что он растет в природе в Нильском Йиле или в тропических болотах. То есть он такой цветок любит тепло, теплолюбивый, и любит водичку, то есть влагоемкий, то есть влаголюбивый, влагоемкий. Но он очень хорошо живет в наших квартирах, даже размножается очень легко. Он вообще чемпион по скорости росту, потому что он очень быстро растет. У меня был вазончик побольше, он так быстро вырос, и я отдала этот вазончик в школу ребенку, чтобы им тоже было красиво, и чтобы они, дети, тоже ухаживали за этим цветком, потому что он такой неприхотливый цветочек. Он размножается двумя способами. Можно его поделить. Вот видно, что тут много. И когда его... Вот можно поделить на три. Но можно еще другим способом. Листочком. Вот можно этот листочек просто поставить. Вот этот листочек. Стаканчик с водичкой, и через где-то плюс-минус 2 недели он даст корешки. Я уже такой эксперимент делала, у меня получалось, получается у всех, невозможно не получиться, потому что он растет возле болот, и это естественный рост, естественное размножение этого цветка. Но в доме он вообще даже цветет. Но в доме говорят, что в квартирах у нас не цветет. Но вот он у меня зацвел. Вот такие цветочки у него. Мелкие, травянистые какие-то, как бы семена. Он очень любит, чтобы его корешки были в водичке, так что его нужно поливать почаще, даже чтобы было болото в вазончиках. Но бывает, вот что высыхают листики. Их нужно обрезать обязательно, чтобы было и красиво, и цветку было легко потом, чтобы соки давали в другую сторону, то есть маленьким черешкам. И вот можно выбросить, а можно попробовать их укоренить. Вот есть тоже мелкие, которые засохшие. Нужно обязательно почистить, обязательно, чтобы не было потом разных болячек. И в остальном, когда чистите, очень красивый цветочек, как пальмочка. Вот они дают листочки. Вот из каждого листочка можно сделать еще череночек. Очень красивый цветочек. Я даже не заметила, что он у меня вот зацвел. Вот такие цветочки у него на самом деле. Такие неприхотливые и даже незаметные. Его может вырастить даже ребенок. Он очень показывает себя очень хорошо. Вот мне нужно его почистить. Вот есть сухие веточки. Он не любит расти возле батареи. Он любит... Он даже в темноте растет. И в светлых комнатах. Но не любит очень сильный... Не любит, когда солнце на него светит очень сильно. Но бывает, что он даже и на солнышке живет красиво. И растет, потому что он такой цветочек, который живет возле болот. И там и солнышко, и вода, и ему все по колено, он себе растет. Так что это очень красивый, интересный цветочек. Всем пока-пока, доброго дня, удачи всем и во всем.